Новогоднюю елку начали устанавливать на центральной площади Ижевска в понедельник. Рабочие уже наполовину собрали зимнюю красавицу. Ее открытие состоится ближе к Новому году. Во вторник в Удмуртии подняли ставку транспортного налога. Новые значения начнут действовать со следующего года. Это приведет к тому, что в 2020 году в дорожный фонд поступит более 270 миллионов рублей. В среду Сусанин рассказал, как в Кизнере полицейские помогли потерявшейся девочке добраться до дома. Школьница пропустила нужную остановку. Она шла по дороге и плакала, когда ее заметили стражи порядка. В подвале детского сада по улице Ильфата Закирова в Ижевске в четверг произошел пожар. Из здания эвакуировали 300 воспитанников и более 50 сотрудников. Никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны. Ближайшие выходные в Удмуртии будут прохладными. Осадков почти не ожидается. В ночь на воскресенье в республику придет очередное похолодание.